Страдная пора. Косцы. Григорий Григорьевич Мясоедов, 1887 год. Программной в творчестве Григория Григорьевича Мясоедова, одного из главных художников-передвижников, стала тема крестьянства. Картинами, посвященными отмене крепостного права и повседневной жизни русской деревни, живописец обращал внимание своих современников на проблемы простого народа. «Страдная пора» – пожалуй, самое духоподъемное полотно в живописном наследии Мясоедова. Изображенные за работой косцы словно пропевают торжественный гимн природе, звучащий в золотом поле с рожью, в высоком голубом небе с белыми взмахами облаков. Выбранный живописцем композиционный ракурс снизу из-за колосков ржи подчеркивает монументальность и величие образа страны. Звонкий летний полдень насыщает картину яркими красками и рождает удивительное чувство патриотизма. Радость труда и любовь к своей родине, благодарность за ее плоды – вот истинный сюжет работы.